ты еще что за огурец маринованный в банке здесь делаешь? Так, ладно, с тобой мы чуть позже разберемся. Слайм! Слайм, ты там? Ща, подожди, я открою этот замок твой. Не трыть, колотить. Ща, подожди, там. А вот это, походу, охранник, да? Который слайма охраняет. Но у него-то 100% ключ от этой клетки должен быть. Так, ладно, а если поменять палочки на вот эту, которую я из Верховного Мага выбил? Не работают, нифига здесь не работает. Так, ладно, тогда вот так вот. Вставай, Крендель, в школу пора, карантин закончился. Да, А вот и ключик выпал. Ну я же говорил то, что у него 100% есть ключ. Так, слайм, подожди. А ну попробуй открыть, открывай. Опа. А сейчас аккуратно берешь и прыгаешь сюда на подоконник. Давай, только голову себе не сломай. Да давай прыгай, что ты боишься-то? Давай. И молодец, я же говорил. Заходи. Сколько лет, сколько зим ядрить колотить? Ты как вообще в беду-то такую в жизни, а, попал, слайм? Ага. Кота за причиндалы не тянем, руки в ноги, ноги в руки и сматываемся отсюда, пока нас здесь бандиты не застукали. Слушай, а может перед тем, как мы свалим эту крокозябру, тоже из банки выпустим, а? Её же кто-то сюда 100% посадил. Так, ладно, отойди в сторону на всякий случай, если сейчас рванет как бомба. И вылезай. Мать моя женщина, ты еще что за девушка-комар? Подойди сюда, слайм. Подойди сюда от греха подальше. Спасибо тебе, добрый человек. Ты спас меня от разбойников. За это я выполню 3 твоих любых желания. Ты что, джин ядрить колотить или кто? То, или... А чё, феечки тоже желания, что ли, выполняют? То есть, прям 3 любых! Вот прям самые любые желания, которые я только загадаю! Давай тогда первое желание, чтобы границы открылись, и чтобы я наконец-то встретился с Катей! Выполняй! Любое желание, кроме этого. Ага. То есть это желание даже феечки исполнить не могут, слайм. Ладно, походу это желание вообще неосуществимое в этой жизни, да? О! Слайм! Так ты же не мой! Сделай так, чтобы слайм разговаривал! Будет исполнено! Слайм? А ну проверь! Ты можешь разговаривать? Я что говорить могу? Господи, помилуй. Второе желание, феечка. Сделай так, чтобы слайм больше никогда в жизни не разговаривал. Твое желание исполнено. Слава яйцам, драконим, магическим. Слайм, у тебя такой противный голос, реально, лучше бы я этого вообще не слышал. Так, ладно, а можно третье желание потом вот это загадать? А то я пока даже не знаю, что загадывать. Как только ты захочешь меня призвать, посади этот магический цветок, я прилечу и исполню твое последнее желание. Ага. Все понял, вроде не тупой. Спасибо тебе, добрый человек. Удачи вам в бою. В каком бою? Давай так, чтобы боя никакого не было. Боя не будет никакого, слайм. Мы сейчас аккуратно, медленно, так же, как пришли, так же и уйдем. Главное не шуметь. Серебряные монеты собирай, карманы набивай и сваливаем отсюда. А сейчас аккуратно, слайм, за мной. Давай, на улицу выходи, забери свои вот эти серебряные монеты. На улицу выходи и сваливаем отсюда, как...
Сейчас, подождите секундочку. Кокни всех этих разбойников, а? Ща. Третье желание загадал! Феечка! Извините. Да, старай, да, что вы смотришь, что ты меня смотришь, тебе кусок! Так, ладно, баррикадируем, так, господи, на крышу, на крышу, ставим, давай, быстро, побежал! Чё-то нас обманула эта крокозябра летающая. Так, слайм, надо отсюда выбираться на крышу. Давай сюда, со мной. У меня есть план, с помощью которого мы сейчас отсюда свалим. Давай, забирайся как можно повыше и готовься. Надеюсь, летать ты не боишься, слайм. Ага, слайм, аккуратно уворачивайся. Так, уши закрой, сейчас будет громко. И ты тоже. Кузя! Сейчас он прилетит, мы на него засаживаемся и сваливаем отсюда. Да, ща, подожди, ща. Недолго вам осталось. Сейчас Кузя прилетит, всем вам жопы здесь поджарит. Так, да что ж это за фигня-то, а? Кузя! А что, глухой что ли, не могу понять? Да. Так, слайм, походу нам с тобой другим каким-то способом надо будет отсюда выбираться. Так, главное в клетку не упасть. Иди сюда, заколебали уже стрелять. Давай, я буду здесь, слайм, а ты пойдешь с ними разберешься. Ага, давай. Хорошее тебе решение проблемы. Ну, слайм у нас умеет вести переговоры. Надеюсь, то, что он сейчас решит всю проблему. Да, слайм? Ладно, хэнди-хох, сдаюсь, ща, только слайма не трогайте. Так, другого выбора у меня как бы нет. У меня ни палочки не работают, ничего в этой жизни не работает. Так, я уверен, что мы с вами образованные люди, мы точно сможем договориться, а? Выворачивай карманы, выбрасывай все монеты. Ладно, ладно, все, на, держи. Все серебряные монеты выбрасываю, даже те, которые я уважно воровал у вас в сундуках. Все, все монеты, которые были, я выбросил. А еще есть что-то ценное? Ну, палочки магические только есть и все. Магические палочки себе оставь, они в этом городе бесполезные. Здесь магия не работает. Ну, я это уже понял, да, то, что здесь магия нифига не работает. Мужики, я вам все бабки свои отдал. Может, мы договоримся все же с вами как-то? Двигай булками и без резких движений. Иду. Только куда мне идти, вы хотя бы скажите? Туда, в подвал. Все, иду без резких движений, слайм. Ты там живой или не живой? Да в подвал давай иди! Дурим, я ж на тебя понадеялся, то что ты с ними разобраться-то сможешь, а ты бесполезный, как был в начале сезона, так и сейчас бесполезный. Все! Ага, заходи. Все! Я же сказал на башне сидеть. Ты что здесь делаешь, кузнец? Ты же наш этот план отхода должен был быть. Я тебе говорил, увидишь разбойников, или разберись с ними, или кричи. Ты что сделал? Да, меня что-то как-то разнесло немного на этой башне. Я сам не заметил, как уснул. А проснулся уже в этой клетке. Я сам не понял, как это произошло, честно. Помощник недоделанный. Его только просить о чем-то, слайм. Ну, зато хотя бы этот слайм живой. Ты бы знал, какой у него противный голос, честно. Это очень хорошо, то, что он разговаривать не умеет. Так, а как нам отсюда-то выбираться, а? План какой-то есть? Кузнец, ты здесь накосячил, ты план и придумывай. Выпустите! Идеально.
Идеальный просто план, кузнец, идеальный. Если бы у меня магия работала, я бы просто эту клетку к чертовой бабушке бы вынес, и мы бы отсюда сбежали. Так, ладно, собаки сутулые, выпустите нас с этой клетки и дрить-то колотить, а? Вы достали орать! Заткнитесь, или я вам стрелу между глаз пущу! Да ты чё себе позволяешь, шкет, а? Ты с кем вообще разговариваешь-то так? Да я тебе честно скажу, сейчас у меня магия заработает, я сейчас палочку починю, я тебе твою жопу на глаза надену. Или наоборот, глаза на жопу натяну. У тебя здесь нет власти, твоя магия здесь не работает. Да это я уже заметил, то, что она не работает. Только я говорю, я рано или поздно палочку себе свою починю. И когда починю, ты первый будешь молить о том, чтобы я тебя не убивал. Ты думаешь, мы тупые или что? Мы все это заранее продумали и обезопасили наш город от таких магов, как ты. Это как? Пока у нас в банке сидит волшебная фея, ты ничего не сможешь нам сделать. Вся магия возле нее теряет свою силу. Поэтому сиди здесь и не рыпайся, щенок. Извините, начальник, я не хотел. Больше я никогда кричать не буду, все. Фея в банке сидит, и походу она блокирует всю магию, которая находится в этом городе. Только у нас есть... Точнее, не у нас, а у них есть небольшая проблемка. Мы-то фею из банки выпустили, кузнец! Они, походу, об этом не знают. Так, кузнец, это... Подойди вот сюда ближе. Давай. Давай, это... Раздевайся. Чё? Шмотки себя стягивай. Ага, давай сюда. Я не буду это делать. Ну, мы же здесь не одни. Пускай хотя бы слайм отвернется. Ты как бы можешь отвернуться, но я... В смысле, шмотки мои магические себя сними и мне же отдай, я тебе дал их просто поносить. Давай сюда, быстро! Только доб... Молодец какой. Шмоточки надеваем и попробуем, работает ли наша с вами... Теория. Слайм, в сторону отойди, пока я тебе ногу случайно не оторвал. Вот туда в сторону. А, да, ну, другую сторону. И... Ну, в принципе, да, работает. Фея, значит, в банке сидела и всю магию блокировала. Вылезай, кузнец. Так, как бы им это мягче сказать, то, что я все же им сейчас жопу на глаза натяну. Или наоборот, глаза на жопу. Давайте, за мной. Шашлычки, значит, жарите, да? Ага. А я вам забыл это просто сказать. Мы же феечку как бы из банки выпустили. Это получается, что магия-то снова работает, да? Кому я там из вас первому обещал глаза на жопу натянуть? А хотя какая разница, всем натяну. А вы что думали, то что я шутил, когда я так говорил, что ли, или что, не могу понять? Ща, подождите, эта фигня пройдет, и мы выйдем. Вот. Ага, все. Путь свободен, можете выходить. Так. Кузнец, я бы на самом деле реально от сосисок не отказался. Пожарь хотя бы пару штучек. Посидим и потом сразу домой отправимся. А ты чё там партизанишь, собака носастая? Ты не отвлекайся, кузнец. Жарь сосиски давай. А ты-то чё потерялся здесь, да, наверное? Ой, потерялся. А я извини, я просто твоих дружков у тебя же на глазах убил, а про тебя случайно забыл. Слушай, ну, ты сам давай можешь выбрать, каким заклинанием я могу тебя кохнуть. Выбирай сам, мне вообще без разницы как бы. Давай выбирай, может, тем же, которым я вот этих других кохнул. Или вот это молотом грома я могу тебя кохнуть. Или, слушай, давай, заходи. Или я могу просто запереть тебя здесь в этой клетке, и ты до конца жизни
жизни здесь будешь сидеть. Выбирай сам, как хочешь умереть. Не трогай меня, пожалуйста. Я тебе расскажу, где мы прячем все наши сокровища. Хороший обмен. Сокровища на твою жизнь. Ну давай рассказывай, хорошо. За костром под пугалом. Там спрятаны все наши ворованные вещи. За костром под пугалом. Ага, все, спасибо, все хорошо. Давай тогда, удачи. За костром под пугалом. Так. Выпусти меня! А вот об этом мы уже не договаривались. Ты сокровище сказал, я тебе жизнь сохранил. Все, давай. За костром под пугалом. Ага, вот и сундучок наш. И здесь все мои серебряные монеты, которые у меня же забрали. Вот так вот. Амулет огня. Че это за фигня, разберемся чуть позже. Свиток магической силы. Тоже разберемся чуть позже. И огненные бомбы. А вот это уже пригодится. Ну чё, кузнец, шашлычки там скоро, а? Вам какую прожарку? Полную? Или чтобы с кровинушкой было? Ну мне полную, не люблю мясо с кровью. Давай полную, кузнец, давай полную.